Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Предлагаю вашему вниманию автор Магда Фьюния «Как поднять вибрации в тяжелые дни трансформации». Родные мои, очень важно! В дни трансформации, когда тяжело телу и сознанию, оставаться на высокой вибрации. Важно помнить, что вы свет, вы душа, вы божественное существо. Трансформация лишь помогает вам вернуться к себе, выйти из всех иллюзий эго, блоков, шаблонов, ограничений, заблуждений, программ и жить свободно и легко в свете своего божественного существа. Быть светом во плоти. Вспомните, что даже в тяжелые дни трансформации вы остаетесь светом. Вы можете светить, это ваш выбор. И это осознание пробудит самое прекрасное, что есть внутри. Оно поднимет ваши вибрации, отчего вы захотите сделать что-то удивительно прекрасное. Вы можете почувствовать, что хочется со всей любовью своего сердца обнять Матушку-Землю и наполнить еще своим светом. Вы можете почувствовать, что с огромной благодарностью сердца хотите обнять своих ангелов-хранителей, архангелов, святых, светлые силы, чтобы слиться с ними в сияющих световых потоках. Вы можете почувствовать, что хотите всю свою любовь послать Богу и сказать, что доверяете Ему полностью и целиком. Отдаете себя в Его любящие руки и слиться с Ним в потоке безграничной любви. Вы можете почувствовать, что хотите открыться своей душе и сказать ей, что вы готовы жить и проявлять ее на земле. Вы можете почувствовать, что хотите обнять любовью кого-то из людей, так как им может быть в жизни намного тяжелее. Вы можете почувствовать, что хотите любовью обнять все человечество, как одно целое, так как каждому может потребоваться невидимая тонкая поддержка на земле. Вы можете почувствовать, что вам прямо сейчас хочется сделать что-то удивительное и прекрасное. Так сделайте это. Будьте же светом и чувствуйте, что хочется вам сделать в этом свете. Светите. Вы этим поможете собственной трансмутации и всему миру. Ваши высокие вибрации, как светлые энергетические волны, разольются по всей планете, ко всему миру, на всю Вселенную. С любовью ко всем вам, Магда Фьюния.